Учеба в нашем кампусе обязывает человека учиться раз в неделю. Он берет на себя обязательство, по крайней мере, на 14 встреч раз в неделю. Вот такое обязательство, даже хотя бы соображение, я заплатил и должен прийти. Продвигает ли это человека духовно? Конечно. Если только это связывает его, что он заплатил, пусть заплатит вдвойне, но тогда он наверняка закончит курс. Очень выгодно человеку, если он, особенно непостоянному и не может быть упорным, стоит ему буквально с закрытыми глазами записаться. Я рекомендую. А потом это вдруг он начинает чувствовать, что это добавляет ему вкус в жизни. Он эти вещи начинает видеть. Почему это происходит так, а не этот? Почему вот так происходит в политике, в экологии, в экономике, в обществе? Почему у меня дома так? Какова природа человека? Почему это продвигается именно так? Он начинает видеть результаты своей учебы в своей жизни и давать им объяснение. Он становится гораздо умнее, он смотрит на других людей, он видит, почему они так действуют. Он гораздо снисходительнее с ним, ему гораздо легче с ними сойтись. Он видит природу человека, видит свою природу. Он начинает все упорядочивать в соответствии с новыми ценностями, а это действительно ценности истинные относительно этой линейки, отсюда и до небес. У всего есть своя ступень важности, он начинает буквально во всем. Потом он вдруг видит, как причины меняются, он видит, насколько это ему полезно.